И здесь много чего, еще мы будем возвращаться по ходу лекции вот к этой фразе Пушкина. Но здесь мы вычленим что? Вот умение видеть общий ход вещей, он позволяет соотнести историю Египта с историей России, историю России с историей Китая и так далее. Тот, кто не видит этого общего хода вещей, он видит факты, набор фактов разрозненный, то есть у него тот же самый хаос. Мировоззрение такое, что калейдоскоп в голове, каша, у него все перемешалось, и взаимозависимость влияния вот этого глобального исторического процесса он не видит. Он не видит управления этим глобальным историческим процессом.